тонкие технологии борьбы с нашим государством, которым противостоят внутренние меры, типа закон об экстремизме и так далее. Но вот смотрите, если доктор, эксперт, ученый, перед которым больной, говорит больному, если будешь курить, пить, нехорошими излишествами заниматься, переедать там и тому подобное, физкультурой не будешь заниматься, не будешь там нормальный образ жизни вести, то ты помрешь. А доктор говорит, да ты экстремист, ты вообще угрожаешь больному, ты что делаешь? Вот примерно такой выморочный какой-то подход к тому, что эксперты сейчас больному России, руководству страны говорят, вот эти методы приведут вот сюда. Но при этом они же говорят, другие методы отведут эту угрозу и позволят стране стать более успешной. Хочется надеяться, что все-таки отношение к такого рода разработкам, рекомендациям, ну, будет как минимум здоровым.